Всем привет, с вами магазин irbyshop.ru. Расскажу немного про карабин Вента Большой Люкс, снутый кейлок. Отличный карабин, один из лучших карабинов линейки Вента. Ну, я лично очень много использовал карабин подобной формы, но с муфтой автомат. Ну, с муфтой, с обычной муфтой резьбовой. В принципе, тоже у меня был такой карабин. По качеству никаких нареканий нету, довольно долго уже использую его. Самое важное и самое, пожалуй, самый основной плюс у этого карабина — это форма его защелки и то, что он, что носик у него здесь узкий, и переход от носика в тело карабина имеет такой покатый угол. За счет чего этот карабин очень легко встегивается в какие-то узкие места. Допустим, если где-то у вас веревка зажата, ну, такое бывает часто в узлах, в локальных петлях или где-то на станциях. Вы туда без проблем этот карабин, приложив небольшое усилие, встегнете его туда за счет того, что здесь нету никаких переходов. И за счет того, что он сам по себе довольно узкий. То есть ширина, вот если на него сверху посмотреть, у него здесь ширина довольно небольшая. Здесь меньше 10 мм, ну порядка, наверное, где-то около 10 мм. То есть за счет этого его очень легко встегивать в какие-то такие узкие места. Муфта кейлок, сам крючок, то есть он здесь отсутствует. Карабин не цепляется за петли, за узлы, за оттяжки, за отвязки. То есть это, в принципе, огромный плюс и огромное удобство в работе. Единственный у него минус, который я бы заметил и на который можно было обратить внимание, это довольно нехилая такая ширина в области вот самой защелки. То есть это вызывает некоторые трудности при использовании его, например, с широкими частями, там, с широкими устройствами, типа мини-трекшена, протрекшена или еще что-то подобное, где нужно карабин продеть через широкую часть. Ну и также вот в этих местах тоже он не разворачивается за счет этого. То есть вот на это обратите внимание. Пружина здесь достаточной жесткости, то есть как раз той, которая нужна. Ну и муфты, ход муфты тоже здесь отлично, с одного маха закручивается она полностью. Вот раскрутилась не с одного маха, раскрутилась с двух махов, а закрутилась с одного. Вот это, в принципе, неплохое качество, что раскрутится с двух махов. Отличный карабин Вента Большой Люкс, муфты кейлок. Очень надежный, довольно удачной формы, рекомендую всем. Ну и такой же есть карабин с муфтой автомат, я еще сделаю обзор. С вами был магазин irbyshop.ru. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.